Добрый день, уважаемые члены комиссии, присутствующие. Позвольте представить вашему вниманию достижение еще одного учителя начальных классов. Стаж работы 19 лет, являясь руководителем школьного МНО, а членом Ассоциации учителей замковцев, членом экспертной комиссии ВПР. Опыт моей работы неоднократно представлял в методических разработках. Одна из них – преодоление дисграфии учащихся начальных классов, прошла экспертизу на всероссийском уровне и в Московском центре академии педагогики. Актуальность проблемы обусловлена тем, что 54% учеников имеет нарушение письменной речи. В работе представлена апробирована методика системной коррекции дисграфии учащихся начальных классов. Следующее пособие посвящено организации проектной исследовательской деятельности учащихся и ее ценности неизнак приема и алгоритм освоения младшими школьникам научных методов, восприятие которых так сложно для детей данного возраста. Данные разработки представлены в методических объединениях школ, города, района, были отмечены в Кузбасском образовательном форуме, на межрегиональных научно-практических конференциях, в электронных изданиях всероссийского уровня. Много лет руковожу практикой студентов педагогического колледжа, которые активно используют мои пособия на занятиях. Результативность педагогического опыта отражена и в образовательных достижениях обучающихся. Показатели предметных и метапредметных результатов имеют положительную динамику. Результаты внешнего и внутреннего мониторинга стабильно высокие, выше, чем по городу. Достижения учеников отмечены губернаторскими грамотами, положительными отзывами родителей. Положительная динамика достижений обучающих по Всероссийской олимпиаде школьников. Так, на муниципальном этапе подготовлены призеры по математике, русскому языку, окружающему миру. По итогам реализации индивидуального образовательного маршрута с ребенком с ограниченными возможностями здоровья достигнуты призовые результаты на региональном этапе олимпиады по математике. Достижения отмечены государственными письмами Департамента образования и Центра педагогического института Москвы. Высокие результаты достигнуты во внеурочной деятельности. Это участие в интеллектуальных конкурсах, онлайн-олимпиадах, призер в чемпионате Сибири по ментальной арифметике, победы и в научно-практических конференциях городского и регионального уровня. Эффективно осуществляя внеурочную деятельность в поездке направлений. Особую гордость вызывает творческие достижения обучающихся. Это участие в межрегиональном конкурсе «Этот удивительный мир», лауреата Всероссийского конкурса призвания, призер Всероссийского арт-конкурса «Детки», «Новоспитанники». Ежедневно побеждает в городском конкурсе «Туризм – это здорово», соревнованиях по спортивному ориентированию, участвует во Всероссийском азимуте, является призером городских спортивных соревнований. Нравственно-патриотические уроки – это уроки города, уроки мужества, школьного музея. Сотрудничество с городским советом ветеранов проходят встречи с ветеранами войны, ветеранами труда в музее завода химволокна. За данные проекты неоднократно получены положительные отзывы родителей, общественности, в адрес администрации школы и района. Ежегодно в 7 классах участвуем в волонтерской акции «Подарок ветерана», в ярмарках, в благотворительных акциях для детей детского дома города Юрга. Тоже отмечено в работе. Данные результаты были достигнуты благодаря разработанным, одним из является критерием, разработан мной программе по работе с одаренными детьми, которые реализуются через индивидуально-образовательные маршруты, составленные на основе диагностики категории одаренности, достижения детей на слайде. Следующая категория воспитанников типична для нашей школы. Это дети социально неблагополучных семей. В работе с данной категорией применяю пособие рекомендаций, полученные в ходе курсов и семинаров на базе критерий. Важным звеном является взаимодействие педагогов с родителями, которое заключается в адресной помощи при лечении родителей из неблагополучных семей к проблемам успеваемости ребенка. Готовых средств нет. Мы можем делегировать полномочия в совместной организации ситуации успеха. Нет четкого алгоритма, лишь умелое комбинирование приемов и педагогической интуиции. Большинство достижений является отражением результативности использования современных образовательных технологий. Опыт использования технологий проектной деятельности, ИКТ, технологии исследовательской деятельности, представлены в печатных изданиях, на городских и региональных семинарах. ИКТ-технологии применены на разных этапах урока. Созданные мной контрольно-измерительные материалы имеют экспертное заключение и включены в депозитарий информационных ресурсов и издательства. Повышая квалификацию на курсах, семинарах, вебинарах разного уровня, пошла переподготовка в данном институте, участвуя в различных конкурсах, составе экспертных комиссий. В 2015 году была награждена нагрудным знаком почетной работе общего образования Российской Федерации. В моих результатах есть вклад моих коллег, учеников и их родителей. Спасибо за внимание.
Вопросы, пожалуйста. Спасибо.